Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. В этом видео хочу представить вам на обзор воблер фирмы Домики, серия Домики Крэнк DC200. Видим довольно красивый пузатый головастик воблер Крэнк. Довольно хорошо выполнен. Написано ПАК. На спинке DC200. Для начала рассмотрим, что написано на коробке. Надпись Домики Крэнк. Также ПАК. Вес воблера 14 грамм. И размер 5,5 сантиметров. Ну а на оборотной стороне коробки видим надпись Домики Крафт, корпорация Домики, Корея, но изготавливается в Китае. Также буковка F, флатинг, это что обозначает, плавающий или плавучий. Заглубление 2 метра. И слово воблинг, у него обозначений много, обозначает колебающий, играющий, виляющий, качающийся из стороны в сторону. На самом деле очень интересно воблер смотрится, довольно качественно сделан, петли хорошо проклеены. И на задней петельке даже вот виден небольшой наплыв клея. Довольно зацепистые тройнички. И воблер очень шумный. Сейчас взвесим. На упаковочке написано 14 грамм. Сравним. 14-19. 14 грамм есть. Должен очень хорошо лететь при забросе за счет своего веса. Вместе с лопаткой воблер 8,5 сантиметров. Без лопатки 5,3. Но если считать с петелькой, то получается 5,5 сантиметров. Также на упаковке указано, что он плавающий. Ну, сейчас проверим. Да, довольно быстро всплывает. Производитель нас не обманул. Ну и подведем, коллеги, итог. Все заявленные характеристики оказались в норме. Все соответствует описанию. Заглубление будем проверять уже на реке, когда откроется вода и можно будет выйти покидать спиннинг. Ну, надеюсь, 2 метра при такой лопатке он будет заглубляться без проблем. Также вес его 14 грамм и длина 5,5 сантиметров. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. До новых встреч!